Доброе утро, друзья! Сегодня у нас быстрый завтрак. На сковородке поджариваем сало. Это будет яичница с салом. Вот наша яичница и вокруг сало. Затем макароны, которые остались, и мы добавим сюда яйцо. Размешаем и тоже на сковородку. Добавили яйцо. Перемешиваем. На сковородку добавляем к тому месту, где мы оставили для макаронов. И все это накрываем крышкой. 5 минут и завтрак готов. Приятного аппетита! Хорошего дня! Приемного! Спасибо! На здоровье! Приятного аппетита! И Анжеле приятного аппетита!